Эти старты являются отборочными на Кубок России, который пройдет в городе Алушта в Крыму. Тренировка шла усиленная, поскольку это у нас отборочные соревнования Кубку России, который будет проходить в Алуште. И это, в свою очередь, отбор в сборную команду России, поэтому все мы тренировались очень усиленно. В турнире приняли участие как новички, так и опытные мастера своего дела, заслуженные мастера спорта России. Моя подготовка довольно успешно прошла. Эти соревнования очень важны, потому что благодаря стартовым кругам будет отбираться команда на следующие соревнования российские, которые будут проходить в Крыму. Это самые значимые соревнования для нашей республики. И самое главное – отборка на Кубок России. Напомним, что ранее чемпионат Бурятии выявил сильнейших лучников. Республиканский чемпионат по стрельбе из лука в марте собрал более 300 участников. Спортсмены на протяжении нескольких соревновательных дней состязались в стрельбе из классического и блочного луков. Мария Латышева, Анастасия Пронькинова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.